Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по расширению, суперское расширение TrafficLoo, старое доброе суперское расширение. Друзья, работает, платит без проблем, но вывод здесь сначала идет в обработку, а потом уже как бы приходит на кошелек, и вывод идет на прямой кошелек. У меня очередная проверка на вывод. Хочу напомнить, всегда проверяйте здесь минимальный вывод. Он меняется. На данный момент вот такой вывод. Вот. Сколько здесь? 4 нуля. БТЦ. Вот. И смотрите по своему кошельку. Так, сейчас я вам покажу вывод. Я выводила 26 числа. Вот 26-12 комплект. Мне пришел вывод только вчера. Как я уже сказала, обрабатывается в ручном режиме. Так, сейчас подождите, у меня все на разных браузерах. Так, сумма. 27 296 биткоин сатошиков. Переходим на кошелек. 27 296 биткоин сатошиков. 29 число. Ну и, конечно же, извещение на почту мне пришло. Вот это было 22 часа назад. 27 296. Все замечательно. Все платит. Вот такое вот оно расширение. Я ежедневно захожу и просматриваю рекламку. Ну, как серфинг. Продолжаю работать. Вот. Всем удачи. До новых встреч.